Ох, если бы вы знали, какой стоит здесь запах. Можно я так открою? Открывай. У нас сегодня шикарнейшая погода. Правда, вон там что-то идет не шикарное. Не-не, дождя сегодня не будет. Руша. Не будет? Прогнозу мне. Если верить, не доверять ему. Угу. Тебе нравится запах? Нет, у меня уже башка болит. Вот неприятный, да, запах вот у этого лака? А вот тот лак, который этот, яхтный. Ну, приятный запах. А у этого... Ну, этот сохнет за час всего лишь. И а, ложится. Выветривается? Выветривается, да. За 2 недели. Сохнет час, выветривается 2 недели. Нет, так нормально получается. Вообще, короче, один в один с этим, со столешницей на камине. Да. Вообще четко. Мне нравится. Я даже вчера вот вечером... Камера совсем... Ну, вот вообще не то передает. Все равно, вот я посмотрела в камеру и посмотрела это. Вживую, да? Да. Небо и земля. Посмотрела и со стороны на кухню, на улицу вышла, посмотрела. Мне нравится, очень хорошо смотрится, лучше, чем вот это бледное стояло. А я сегодня это, получается, как бы это, ну, туда-сюда ходишь, и вот заходишь в комнату, блин, думаешь, опа. И, конечно, есть разница. Ну, удивляешься, потому что что-то новенькое. Кому-то может не понравиться, может это... Ну, кому-то не поймет. Ну, мы это делаем для себя, не для кого-то. Нам нравится, мне очень даже нравится. Я вот смотрю, многие делают сейчас детские спальни, взрослые спальни, все вагонкой обшивают, стены, потолок. Можно любой. Вот сегодня хочешь там сиреневым покрасил, да, там светлым. Через год там покрасил в белый цвет эту вагонку. Мне очень нравится. Я бы тоже хотела... Детскую спальню вагонкой. Ну, это, если так взять, это материал, получается, природный, натуральный, никакой там химии, потому что все-таки натяжные потолки, это как ни крути, там какая-то химия. Нет, понятное дело, мы сейчас вот это все покрываем, как бы, да, это... Тоже не есть хорошо. Да, не самое природное, но, по крайней мере, мне кажется, это лучше, чем, допустим, тот же самый натяжной потолок или... А взять, допустим, вот эту сделать из ЛДСП более бюджетный вариант, потом дышать этим формальдегидом, потому что там склеивается, короче, лучше вот. Мне нравится натяжный потолок, как смотрится красиво, но я хочу чувствовать, все равно, мне кажется, дом есть дом. Дом, да. Квартира, вот в квартире я не спорю, мне кажется, вот такой бы вариант не особо там, может быть, пошел бы, вот. А вот дом все-таки это ближе к земле, ближе к природе. Всем привет! У нас сегодня новый день, вышло немножко воздухом свежим подышать. Фух, от этого лака дышать нечем, но я еще не закончила. Крашу, крашу, крашу. Видно, нет там, вон еще крашу. Вонючий такой лак, прям невыносимый. У нас сегодня такая пасмурная погода, но плюс 17 обещают. Все бегают, все гуляют, Петька ходит. Че потерял? Рушан занимается своими делами. Солнышко, солнышко выглянуло. Надо потом еще окна помыть. Я их мыла, но что-то после вчерашнего дождика, конечно, они стали такие не очень чистые. Видно, да? Вот здесь вот я еще не сделала наполовину. Ну и низ тоже. И представляете, уже все. Уже подсох лак. Шторы я подвернула, наверх забросила. Ну, вот так вот. Пилотик у нас на кухне сидит. Ладно, буду продолжать дальше покрывать лаком. А лак матовый, да, у нас же? По-моему, я читала, матовый. Так. А он идет по камню кирпичу только. А тут не написано. А, да? Розетку меняете, да? Да, ты меня поймал. Опа. А что дверь тут была? Ну да. Будет у нас была вот такая. Вот она. А будет вот такая вот симпатичная. Вот она. Под цвет обоев. Угу. А та желтая прям какая-то была.
Это древняя какая-то. И вот как обычно осы. Ты ее подобрал с пола? Нет, она пряталась, представляешь? Эти вот осы, осы, осы. Так что вот так вот надо в пилотика корм убрать с подоконника. Что-то пришли, бросили и ушли. Погодка у нас какая сегодня. Я, если честно, надышалась, не могу. Открываю, она закрывается, блин, надо что-то поставить. Пусть выветривается, я все закончила, все, не могу, надышалась. Теперь надо будет пол протереть сейчас ацетоном. Вот он стоит уже, ждет. Ну вот как-то так получилось. Ну-ка, уменьши. Ну, такая вот лавка получилась. Симпатично. Уже все, уже высохло. Видите, уже все сухая. Только запах еще надо, чтобы выветрился. Я и здесь открыла окна. Я и здесь, у меня, видите, все открыто. Проветриваю. Фу, в дом заходишь, вообще вонь такая стоит этим лаком. Пусть выветривается. Вот такой вот цвет камина у нас. Столешница. Все. Все, я нагадил, а Диана убирает. А, кстати, посмотри, горит на Wi-Fi лампочка. А ты что-то не проверил-то. А вот спереди желтенький лампочка. Горит, все нормально? Ну все. Сейчас только что позвонила женщина. Помните, у нас как-то, я снимала даже видео, забрали гусака и гусыню, которая на яйцах сидела. Нет. Которые на яйцах сидели. Ну, из той партии, да, но на яйцах осталось, а вот гусака и гусыню забрали. А, на яйцах. То есть неслась, она тоже неслась, да. У нас получается. А другая на яйцах сидела. И вот гусака и гусыню у нас забрали, увезли. Помните, я еще в «Жигули» их засняла, они в мешках сидели. По-моему, у нас даже на картинке. В этом, на главной картинке. На главной картинке, да, они выезжают. Да. И представляете, вот этому гусаку собака откусила клюв. Да, и он как бы уже все, в принципе, это. Ну, уже как бы он не выживет. Он, потому что он есть не может, он себя чистить не может, как бы он худеет, поэтому они его будут забивать. Скажите. Вот, а им нужен срочно гусак, потому что им наши гуси очень понравились. Они у нас покупают вот этих двух гусей, которые вот у нас остались. Двое. Но они сегодня не приедут, они приедут чуть попозже. Так, завтра мы не можем, завтра на работу уезжаем. И через сколько дней получается? Через 4? Ну, короче, чтобы мы объявление закрыли, они сказали, это задаток нам переведут сейчас. Представляете, как что всякое, да, бывает, это жесть откусить. Но у нас Патрик с Максом тоже на гусей кидались. Да? Было. А, вот зачислено. Угу. Угу, перевели только что. И у нас тоже кидались на гусей, конечно, но такого не было. Ну, это что-то. Ой, бедолага, жалко, конечно. Жалко. Ладно, пошли мы. Кормить. Да, держи. Кормежка занимается. Я поснимаю вам немножко, Рушан покормит. Когда я кормлю, я не могу сама себя снимать. Вот, а следующий этап у нас, это мы сейчас думаем тоже, кому и как кроликов продать. У нас были... Привет! Кто там бегает? Наступишь на ребенка, что ж ты так дергаешься, а? Ты почему морковь не ешь? Коза. Привет. Вот они мы какие, скажите уже. Упадешь. Куда? Вот они мы, такие красивые. О, кабан лезет. О, посмотри, у него ресницы какие рыжие. Подожди-ка, ну-ка уйди. Так, ну-ка, посмотри на меня. О, у него ресницы рыжие, представляешь? Смотрите, какой
Ой, моща наша. Зёбка! Ну-ка, иди сюда, кабанчик. Ну-ка, посмотри на меня, такой интересный, да? Да, скажи. Наелся? Тимоша наш. Тимон и Пумба. Все, иди. Вот живот набил, да, вроде бы такой. Видно же, что наелся. А что они все это туда откидывают, да? Вот туда накидали. Мне не нравится там. Так, все, Тимошка сейчас будет выбегать. Ну-ка, вот что хочет? Нет. И ложатся на голый пол. Угу. Толкает, наверное. Ага. Смотри, у нас какой-то меньше. Что молодец? Нет, ты рыжий. О, это пятнистого, смотри, какие ресницы, ну, рыжие. Да. Интересно, да? А такое ощущение, что у него вот здесь на голове тоже рыжий. Нет? На голове он рыжий. Может вот быть. Где лоб, вот в этом вот месте, он рыжий. Ну, блин, спрятался. Ну да. Рыжий. Заметил? Да, рыжий. Интересный такой. Но его забрали. Он уже все не наш. Да. Смотри, Руша, у того рыжего, это беленького. Лапка, видишь, задняя? Что-то кровь. Ну, это который копыт такой сорвал. А может быть это обработать? Может, я его уже обрабатывал. Его. А что-то опять кровь. Ну, позже зайдем в работу. Давай, закрывай, а то сейчас эта банда, блин, Тимошку выкинет. Петя, ты что здесь лазить, а? Здесь тройка у нас. Здесь, вон, шифера полно. А вы здесь лазите. Давайте, идуйте. Помните, мы у мамы убирали вот этот шифер. Поехали на свалку. Мы уже, считайте, все загрузили. Поехали на свалку, чтобы выбросить весь этот шифер, все. А она закрыта. Но как-то было неудобно обратно к маме ехать и все обратно везти и выбрасывать. Ну, что делать? Пришлось, вот. Но у нас все равно здесь все будет бетонироваться. Сейчас, конечно, это смотрится ужасно, все. Но оно все будет потом бетонироваться, и все будет нормально. Да, Петька? И потом все это закроется. Оно будет даже крепче, да, Аршан? Это как вместо камней. Да, что-то засыпать туда, землю там, оно уже, по крайней мере, не просядет, угу. Ладно, мы пошли пообедаем, и нам нужно будет ехать на подработку, но там буквально часа на три, а потом уже вернемся. Что-нибудь с вами поделаем дома. Трудно совмещать, конечно, сейчас работу и блогерство. Что-то снимать, это очень трудно. Разрываешься прям, я скажу. Дом, пилотик у нас на кухне. Окна у нас все открыто. Пооткрывала все окна. Все открыто, проветривается. Как раз мы уезжаем, это хорошо. Поработаем немножко и вернемся чуть попозже. Ну все, мы собрались. Пообедали. Я взяла с собой перчатки. Понадобится, я буду красить. Поедем, съездим и попозже приедем. Я постирала шторы, вывесила. Высохнет, как раз приедем. Нет, как раз солнца, так прям хорошо. Ветерочек такой, сыро, да, на улице. Не летает. И хорошо, высохнет. Потом приедет, надо плед постирать. Все такое, что крупное, что нужно на улице вывесить, высушить. Нужно будет перестирать, да? Да все, перестирать. Потому что два дня погоды не было. У нас гости были, ну, с ночевкой, и надо тоже это постирать. Покрывало, чем укрывались, там постельное. Все тоже это надо перестирать. Так что все. Хорошая нам работа. Чуть попозже включимся. Да? Да, обязательно. Ну, мы так оделись. Ну, в кофточках. В куртке еще рано. Ну, по утрам, конечно, мы уже одеваем куртку, так что. А, потому что сыро, да, наверное? Сыро, конечно. Да. Это дождь такой, блин, поэтому. Так-то тепло. Все, нагрелся, нагрелась машина. Сейчас еще буквально. Показано на улице минус 37, ну у тебя вообще. Да, у меня и бывает летом показывает минус 40. Короче, этот на табло вот это циферки есть, а самого датчика в машине нету. Поэтому он что хочет, то и показывает.